исполняет филармоническая хоровая капелла Ярославля, художественный руководитель Владимир Контель.
В заключении сегодняшнего концерта открытия 13-го международного музыкального фестиваля Юлия Башина. Антонио Вивальди, Лауда Иерусалим, похвали Иерусалим Господа. Исполнители филармоническая и хоровая капелла Ярославия, солист и капеллы Татьяна Карпова и Елизавета Федорова, камерный ансамбль солисты Москвы, дирижер Юрий Башин. Thank you.
Аллилуйя!